Все, что сейчас делают ЧБД, прожарки и так далее, вот этот супер уже совсем жесткий юмор, все равно вы были родоначальниками, вы первые начинали вот этот, ну, такой довольно серьезный сарказм был, когда приучали звезд к самоиронии. Поначалу первые же выпуски, кто там возмущался, Трахтенберг. Человек в передозировках, ну и Роман Трахтенберг. Конечно, много можно говорить о том, что такое Трахтенберг, это фамилия или планы на вечер. Меня удивляет, что вот у меня передозировка хны, а у тебя передозировка говна. И по всей видимости, вот этот шарфик какой, да, он дает говну полностью выпить. Браво, друзья! Рома знал свое дело. Рома был крутым шоуменом, который понимал, что он находится на острие атаки. И для меня до сих пор секрет, я с ним в свое время не проговорил, это не узнал. Тогда он сделал это специально для шоу или на самом деле обиделся.